Александр Иванович Лаврентьев проживает в доме номер 21/19 по улице Дзержинского с 1993 года. Он говорит, что беспорядок во дворе был всегда. Но за последние два года ситуация намного ухудшилась. И здесь не найти ни старшего по дому, ни подъездного старшего. Вообще никого не существует. Беспредел в любом подъезде. Самая главная проблема, которая беспокоит Александра Ивановича, это ужасная дорога. Такой она стала после того, как здесь провели работы по замене теплотрассы. Проблему, как здесь выкопали прошлый год канаву под трубы. И трубы заложили, скорее всего, тут быстро, но по настоящее время не закопаны были. И никто на это не обращал внимания. Теплотрассу недавно закопали, но состояние дороги оставляет желать лучшего. По ней невозможно пройти, говорит Александр Иванович. Мало того, местные дворники отказываются убирать мусор, который остался здесь после ремонта. Все мы налоги платим, а улицу подметать не хотят эти зарубежные подметалы, а только хотят деньги заработать. А пожаловаться, спросить за эту работу нет никого. Александр Иванович говорит, что обращался со своей проблемой на личном приеме к заместителю главы района Андрею Воробьеву. Но действий никаких не последовало. Пришлось обратиться в администрацию повторно и вызвать чиновника на проблемное место. Он смотрел на все эти земные недоделки и обещал что-то все сделать быстро. Но прошло уже две недели, и хорошего ничего не светит. Он, видать, он любит только обещать. Мы обратились в районную администрацию, эксплуатирующую компанию Солнечногорского района. Последняя принимала частичное участие в замене теплотрассы. Нас заверили, что вышеуказанные проблемы жильцов дома номер 21/19 по улице Дзержинского будут устранены. Ну, там остались вопросы благоустройства. Еще пока работа не закончена, то есть это процесс. Поэтому, все же сразу не делается. Действительно, там наши имели место, присутствовали в какой-то определенный период, недолго. Mm-hmm. Но вообще там другая организация восстанавливала все эти колодцы и прочее. Поэтому mm-hmm. так вот однозначно сказать, кто там что будет делать, я пока не могу. Комментировать очень трудно. Поэтому mm-hmm. я лучше этот вопрос возьму на вооружение и уже завтра в администрации, когда там будем где-то, будем ставить этот вопрос на совещание. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».